Вот такой вопрос мне задали в комментарии к донату. Ну, во-первых, не надо питать никаких иллюзий. И она без вас может обойтись, и вы без нее обойдетесь прекрасно. В своем комментарии вы утверждаете, что от женщины вам нужен только секс. Но в том же самом комментарии вы пишете, что покупали проституток и вам не зашло. Значит, дело не в сексе. Я так понимаю, что вам от женщины в первую очередь нужны эмоции. Общение с проституткой никаких эмоций мужчине не дает, поэтому вам и не понравилось. А вот какие эмоции вы будете получать от женщины, это уже другой вопрос. Эмоции на самом деле бывают разные. Кто-то получает эмоции от того, что доминирует, а кто-то наоборот от того, что подчиняется. Если вы хотите получать от общения с женщиной эмоции, но при этом не хотите быть, как вы выразились, удобным размазнёй, значит, вам придется над женщиной доминировать, только и всего.